Всем привет, друзья, товарищи. Это у нас сейчас время в январе и примерно крещение. Сегодня у нас, если мне не изменяет память, по-моему, 19 или 20 января. Этот период обычно многие вот окунаются там в прорубь и так вот брутально вылезают оттуда, такое типа не моргнув даже там глазом и не пошевелив бровью. Вот. Но обычно потом чем это все заканчивается? Там первым делом там подносят воду в кучу, человек для сугрева ее выпивает, надевают на него шубу, и он бежит в теплые свои закрома, в какую-нибудь теплую квартирку, теплые там вот места обитания, к теплой жене, в теплые места, где стоит телевизор, или снимают видео, загружают это сразу там в Инстаграм или в Ютуб, о том, как же классно он купался в этой проруби там 3 минуты. Я же могу сказать, что в данный момент почему я даже запутался в этих числах, потому что на данном месте, как видите, здесь не жарко, вот настолько не жарко, что даже шнурки на моей как бы обуви, она просто как бы, ну вот я думаю видно, она просто вот как бы заиндевела, то есть просто замерзла. В этой палатке здесь на снегу и вот в этом как бы такого вот лесочке, ну это не совсем тайга, конечно, все-таки тут поблизости определенный населенный пункт имеется, но провел 3 ночи. 3 ночи и без употребления всяких там алкогольных напитков, без употребления каких-то там согревающих средств. Во время согревающего средства вообще там был, не знаю, лимонад. Лимонад, причем, ну, соответственно, настолько, я не знаю, удастся ли мне его там достать. Ну, он замерз просто, он замерз там. Ладно, не будем про лимонад, который замерз. Чем же, как же я все-таки согревался и что же это за средство, может быть, вкратце. А потом уже сделаю более подробное. Это вот такие вот, у меня 2 спальника. Вот это вот один спальник, он более легкий. То есть я пользуюсь 2 спальниками. И вот второй у меня тут спальник. Вот. То есть вначале я залезаю, соответственно, в этот. Но обязательно, конечно, это теплые носки. То есть я одеваю теплые носки, даже, наверное, 2 или 3 пары. Залезаю в этот спальник. И потом сверху как бы вот этот спальник. Почему 2 спальника? Ну, соответственно, эти спальники, они зимние. Ну, это, может быть, даже не совсем зимние, а так как бы для как бы поздней осени, но все равно. Между спальниками образуется определенная воздушная прослойка, которая способствует тому, что это тоже отчасти согревает. Ну и, конечно, всегда с собой надо иметь в определенном смысле варежки. Здесь как бы не жарко, но, тем не менее, считаю, что все-таки для меня лично здесь, отчасти, может быть, даже в эти крещенские морозы было комфортно. И даже, может быть, для личного моего восприятия даже не холодно. Ну что ж, друзья, товарищи, пишите комментарии. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Всех еще тогда с наступившим Новым годом. И вот с крещением, с крещенским морозом мы их пережили. Значит, скоро уже весна и скоро лето. Всем пока-пока!